Привет всем, вы на канале NoLife. На этом видео я буду рассказывать свои инвестиции. Сперва 800 рублей я закинул, вот тут у меня инвестиции. Призму и сюда инвестирую, нажал пополнить и инвестирую. Вот это у меня первая инвестиция, уже отработал. Вот все, видите, друзья, вот все транзакции, парабайным бонусы, вот. Сейчас я вам покажу кошелек UC Exchange кошелек, криптовалютный кошелек, где я храню криптовалюту и рубли, евро, доллары, то же самое. Вот тут криптовалюты, 12 разных криптовалют. Вот я сегодня положил 1000 рублей. Вот моя 1000. Вот моя 1000. Вот. Видите дату? Сегодняшняя дата. Вот. 18 воскресенье. Вот. 18.04. Вот. 18.10. И 20.20.15. Сегодня я закинул. Положил сюда 10 тысяч рублей. 1000 рублей там в кошелек пришел. Я его положил в Сатпа Каши. Этот кошелек UC Exchange работает в Сатпа Каши. Сюда вывожу и обратно сюда завожу. То есть без проблем, без трансфера. Есть обменник, друзья. В этом же кошельке есть обменник. Вот. P2P обменник. Что значит P2P обменник? Это значит, что тут один человек стоит. Я вот стою, например. И тут один человек, другой человек стоит. Я, например, отдаю 1000 рублей на обмен. Вот так. И он, этот другой человек, мне даст призму. Вот так поставим. Вот. 1000 рублей я отдаю. И замен я получу 1092.75 призму. Понятно здесь, друзья, что это P2P отменил, что такое? Два человека обменивают между собой. Вот. Ну вот, перед вами сейчас обменяю свои рубли, 1000 рублей, на призму. Нажимаем обменять. Тут транзакция идет. Вот транзакция, где 18-го, 10-е месяца, 2020, 15.06. Вот. Переходим в кошелек. Вот, друзья, призма отменился. Призма по курсу упал. Все, дальше. В пул заходим. Инвестиции. Зашли, открылось. Нажимаем пополнить. Вот. Цена 52.63 и пополняем пул своим призмом. Будем инвестировать. Понятно. Запрос на пополнение баланса отправлен. В обработке. Выполнено. Вот.
как сказать, обновляется браузер кошелька. Вот и все, друзья. Пополнился на 56 монет. Общий счет 156 монет. И будет у меня в неделю одна призма. Одна и 36. Одна призма 36 призмой в том. 2 цента. 2 цента. И на месяц будет 7 центов. А призма будет 5,90. Буду все выгоды показывать, все плюсы буду рассказывать. Вот это у меня уже второй депозит, 1000 рублей. Сперва я вложил 800. Вот. Будем работать. Если вам интересно, друзья, заходите, инвестируйте, кто понимает в криптовалюту. И таким образом зарабатываю в криптовалюте. Вот у меня по нулям здесь. Все, положил на стену. Всем пока.